свыше 10 тысяч человек в этом году посетили ярмарки вакансий в Уральске. Очередная, пятая по счету ярмарка прошла сегодня. На этот раз работодатели предложили около 500 свободных рабочих мест. Наряду с инженерами и строителями открыты вакансии педагогов, нянь и медсестер. Большой спрос на рабочие профессии. Сегодня в Уральске в списке безработных свыше 1000 человек, то есть меньше 1% от числа работоспособных граждан. Как показала ярмарка, желающих найти лучшую работу очень много. Сюда приходят и студенты последних курсов вузов. Молодежь отмечает, что предложение на рынке труда растет с каждым годом. Это еще одна возможность показать себя. То есть это не просто прийти, отдать резюме, положить его и как бы ждать, да, звонка. Это еще возможность показать себя с какой-то стороны, потому что рассказать о своих интересах. Здесь интересуются этим. Вот, на мой взгляд, это интересная возможность для молодежи. Потом, это, возможно, нельзя опускать. То есть даже если вы имеете работу, все-таки сюда стоит сходить и посмотреть, потому что зачастую мы упускаем возможности, которые как бы, перед нами есть. Как вы обратили внимание, сегодня очень много профессий представлены для женщин, что очень радует. Значит, много специальностей, которые не требуют специального образования и не требуют стажа работы. Вот мы очень надеемся, что по результатам данной ярмарки у нас, значит, трудоустроится хотя бы 10% сегодня посетивших.